Поздравляю с днем влюбленных. Студенты поздравляли прохожих с Днем Святого Валентина и учили их общаться на языке жестов. Наталья Легизина не слышит с рождения. Разговоры с обычными людьми для нее проблема. Иногда, потому что говорящие не знают жестов. Прохожие реагировали на поздравления по-разному. Одни охотно общались, а некоторые просто убегали. Люди не готовы воспринять людей с ограниченными возможностями. К ним, когда обращаешься, люди этого пугаются, они боятся. Некоторые просто разворачивались, говорили, мы спешим. Некоторые убегали. В центре Луганска студенты установили стену любви, чтобы вешать на нее поздравления с праздником и признание в любви. Сначала хотели поставить ее на улице, но из-за ветра перенесли в кафе. Увидел сердечки, что клеят, и своим любимым пожелания пишут. Решил своим друзьям написать пожелания. Просто захотелось сделать приятно любимому человеку. За первый час на стене появилось около двух десятков поздравлений. Мы надеемся, что вся наша стенка будет в сердечках, в пожеланиях и признаниях любви. Ася Рынкова, Елена Витек, Олег Притыкин, Наталья Трофимова. Телеканал «Донбасс».